Если вас укусил паук «Черная вдова» и в шоковом состоянии не знаете, что вообще делать, то обязательно досмотрите ролик до конца. Укус «Черной вдовы» крайне опасен. Если человек аллергик, то может привести к летальному исходу. Поэтому при укусе немедленно обратитесь к врачу. Сразу же попробуйте высосать яд на протяжении 50 минут. Спустя время на месте укуса возникают две небольшие красно-синие точки. Через полчаса появляется мышечная спазма на крупных мышцах руки. Пейте горячее питье, что усилит выделение яда. Выпейте антигистаминный препарат и приложите холодный компресс, который уменьшит болезнь. Кто хочет увидеть последствия, что стало, переходите в мой телеграм. Ссылка в закрепленном комментарии.